У столицы протягивается добропорядкование. Во всех районах города проходят субботники. Навести порядок у Советским допомагали студенты БНТУ. Прибрали зеленые зоны на улицах Мележа, Гамарника, Мирошниченки. До уборки своих дворов долучились и жихары. Фарбовали лавки, сбирали смети, высаживали новые древы. До того, что в Заводском районе появилась первая аллея республиканского экопроекта «Парк семейных древ». Мы сегодня всей семьей, поэтому очень дружно и весело, и погода как раз соответствует. А мы из Заводского района сами, поэтому, я думаю, будем навещать дерево наше. Семейные парки и аллеи появятся в других районах столицы. Можно посадить свое древо в гонор шлюбу, нараджение дитяти и других важных нагод. Побач пропонуют усталявать шильду с генеалогичным древом семьи.